За полтора месяца, что эти 12 курсанток провели в учебном центре пожарно-спасательной академии в Биберево, они научились сносно маршировать. Сразу после школы вступительных эти девочки, которые приехали из разных субъектов страны, окунулись в атмосферу жесткой военной дисциплины. Для них теперь распорядок дня, муштра, форма и приказ – слова родные сердцу. В Биберево они подтягивали физподготовку и жили в палатках. Ну, сначала это было интересно, то есть, наоборот, и подрывы ночные, и то, что нужно заправлять кровати определенным способом всегда. Сначала это было, наоборот, интересно, нам хотелось это, то есть мы изучали с такой жаждой. Но со временем, на самом деле, это все сложнее, даже не физически, потому что ты это уже делаешь намного быстрее с каждым разом, автоматически. Но каждый раз, когда ты постоянно это делаешь, это немножечко приедается, уже становится тяжело морально. Но вот нас привезли обратно сюда в академию, здесь уже немножечко все поменялось, и мы заново начинаем привыкать к новому образу жизни. То есть сейчас тоже есть жажда вот к этому изучению, как все правильно делать, как правильно ходить, как правильно жить вообще. В таких комнатах спартанского интерьера им предстоит жить ближайшие 5 лет. Даже в выходные существовать по распорядку, увольнительные только для отличников. Никакой косметики, каблуков, яркого маникюра и яркого цвета волос. Все эти лишения для молодого организма ради светлого будущего. Девушки очень ориентированы на построение карьеры. У каждой работа в МЧС – мечта детства. У меня отец работает в этой структуре, дяди, тети, и я всегда на них смотрела, и у меня была гордость за них. И поэтому я решила то, что хочу дойти к этой цели, и я старалась, шла, и вот теперь я курсант, и я старательно буду проходить этот путь. Я знаю, что он будет нелегкий. Я считаю, что ничего в жизни просто так добиться нельзя. Надо обязательно проходить через всякие сложности, и тогда можно добиться желаемого, и чтобы тебя уважали. Поступить в академию непросто. Нужно было пройти всевозможные врачебные комиссии, сдать психологические тесты, получить целевое направление от главка. Зато у каждой курсантки по окончанию учебы уже точно будет место работы. Первая ступень в карьере – лейтенантские погоны. Поэтому никаких поблажек. Те же учения, те же нормативы, как у мальчиков. Разумеется, что военные, они должны быть подготовлены физически и очень развитые, и поэтому здесь просто будут дополнительные физические нагрузки, то есть просто за нашим здоровьем будут следить, и поэтому некоторым людям это сложно, поскольку раньше они не занимались спортивными нагрузками. Присягу на верность родине девушки, да и все курсанты, их в этом году поступило 145 человек, принесут в воскресенье 1 сентября. А уже в понедельник они сядут за парты и в течение ближайших 5 лет будут жить по жесткому расписанию пожарно-спасательной академии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.